Ульянов Алексей, игрок сборной из ПБГУ. Это была последняя игра на турнире в Крыме, в Крыму. Почему не получилось увести домой победу? Наверное, потому что мы просто не можем до конца доиграть. Расслабляемся раньше времени. Так скажем, играем хорошо всю игру, а концовку провалим. Виноваты сами, но будем над этим работать, играть до конца. И все будет тогда хорошо, и мы будем увозить откуда угодно 3 очка. Что сегодня случилось на последней секунде, ты можешь рассказать? Мы сделали тактический фол, с этого все началось. Мы все опустились назад, они все в атаку. И потом просто не смогли вынести мяч, мяч завис вверху. Нашего защитника толкают вперед, но судья это не заметил. Ну, сами, но не доиграли момент, должны были доигрывать. Как что так. Что, над чем команде нужно поработать, чтобы следующий выезд в Калининград получился более удачным? Это позиционные атаки. В принципе, мы хорошо обороняемся, атакуем, контратаки хорошие. Все хорошо, надо просто побольше тренироваться вместе, и результат будет очень только позитивный. Спасибо.